что ж, друзья, у нас итоги матча «Фантазия СИА» подводят Гигамбу Неотян и Александр Киселев. Александр, наверное, первый вопрос вам. 2-2. Обидно, потеряли очки в конце? Или все-таки игра так складывалась, что 2-2, наверное, ничейный результат? Это самый логичный итог этой встречи. Ну, немножко обидно. Во-первых, спасибо сопернику за игру, да, была хорошая туда-сюда, особенно такая в концовке. Обидно, потому что мы вели, вот, дважды. Ну, не знаю. Ну, у них тоже было немало моментов. Им, я думаю, обидно, наверное, не менее, чем нам. Думаю, как-то так. В целом, команда пока не может выиграть. Это как-то дополнительно психологически давит? Или наоборот, все парни все прекрасно понимают и понимают, что если стараться, то результат придет? Да вообще все равно, кто там что на что давит. Вот. Раз собираемся по выходным, чтобы играть, выходить, показывать результат. Ничего, ни на что ничего не давит. Турнир быстрый, скоротечный. Вот. Просто каждый выходный собираемся, показываем свой максимум, который можем. Гигам, вопрос вам. У вас сегодня не так много футболистов. Вот по заявке вроде много, а, к сожалению, на игру приехало не так много. Это проблема сейчас для фантазии? Или это сегодня просто один день, я так попал, когда мало игроков было? Так, ну, во-первых, спасибо сопернику. Очень хорошо играли, молодцы. У нас несколько игроков играют 11 на 11, попросили, если есть возможность. У нас явка должна была быть все равно хорошая, просто несколько игроков за один час это... решили не прийти, да, вот, но это я учту, это будет не в их копилку, так скажем, вот, а что касается, я составом доволен, просто все равно, ну, 1-2 игрока нужны были, чтобы освежить немножко, там, уставали наши. В целом, что можете сказать по игре? Казалось, что фантазии где-то сегодня просто даже не везло, потому что вот даже Александр заметил, что моментов у вас было не меньше. Мне кажется, обе команды создавали. Ну, понятно, что у вас, наверное, где-то лучшие, может быть, игроки играли в обороне, потому что тот же Афанасьев, мне кажется, сегодня через него никто бы не прошел. Ни Криштиану Роналду, ни Месси, ни Неймар вообще. Афанасьев играл, мне кажется, даже в полсилы. У него с пятой минуты нога болела. Мы подозреваем, что у него может даже трещина. Через боль играл весь матч. Ему огромное спасибо. Этому парню 38 лет, плюс-минус год. И вот этот парень, это тот, на кого надо равняться. И в плане дисциплины, и в плане самоотдачи. В этом плане он лучший. То есть, вот прямо говорю, он лучший в этом плане, да. Вот. А что касается игры, мне игра очень понравилась наша, да. Да, у нас без привоза это нормально, это норма для нашей команды. Но она сейчас все равно новая и будет строиться заново, так скажем, да. У нас есть один такой плохой менталитет. То есть, либо победа, либо поражение. Сегодня мы доказали, что одно очко тоже неплохо, да. Да, вот сегодня ничья была, могу сказать, что мы были, как мне кажется, лучше, да. Если проиграем, я сразу говорю, неважно, как мы играли, мы хуже. Все, мы проиграли. Но оборону тяжело было скрыть. Они играли, ну я посмотрел, у них две ничьи с очень сильными командами. Даже не просто так, это не случайность. Мне кажется, мы и доставили проблем. Но у нас Афанасьев сильный, но их нападающий, вот 17-й, по-моему, номер тоже доставил немало. Да, вот молодец, очень хорошо играл. По-мужски, фолы, не фолы. В общем, я кайфанул, честно, кайфанул. Спрашивай, я скажу. Гигам, что еще можете сказать относительно действий своей команды в атаке? Потому что вот когда Расулов опускался ниже к обороне, да, видимо, уставал, ну, потому что сегодня, как уже отметили, да, не было скамейки, чтобы, может быть, дать подышать немножко. В атаке становилось чуть-чуть посложнее, но потом поднимался Чик туда, и, соответственно, как-то мяч быстрее двигается. Мне казалось, что в концовке он сейчас как-то еще и третий запихнет. Сейчас это главный игрок именно в атакующих действиях команды? Ну, мне кажется, вот так. Если Чика забил пока что больше всех мячей, так получается. Но у нас два таких очень сильных игрока. Это Кузьмицкий и Паша, да. Ну, Паша просто не везло сегодня там в штангу, как он попал, там как вылетел мяч. А Кузя, это вот несколько туров назад тут говорили, обсуждали про лучших столбов в городе, там, что их один, два.
если вы внимательно посмотрите игры, да, допустим, вот кто лучший столб. Ну, то есть, именно столб, да, принять, развернуть, это нереальный игрок. То есть, вот он очень сильный, но ему надо просто забивать голы. Я Кузи прошу об этом, но он уже сам понимает, что уже пора забивать, да. Мне кажется, скоро прорвет его, но это очень сумасшедший игрок. А что касается Чики, ну, без обсуждения, это очень сильный игрок. У нас много изменений в команде, да, у нас тренер ушел прошлый, все, тренера больше нету, теперь я, так, в кавычках, тренер, да, допустим. Многое поменяется, допустим. У нас ушел Илья Вахрушев, да, который собирал эту команду. То есть большинство игроков он приводил. Ему большое спасибо. Ну, там есть обстоятельства, он уже не может занимать эту должность. Команда идет в правильном направлении. Я рад этому очку, даже вот честное слово. Но мы стремимся только к победам. Александр, вопрос вам. Сегодня у команды вроде как два забитых мяча. С другой стороны, есть ощущение, что, ну вот, по крайней мере, с фантазией в атаке было тяжеловато. Это от нехватки футболиста, который мог бы взять и что-то решить? Или просто пока еще, может быть, не в полную силу играют те футболисты или не дают им играть, которые есть? Я думаю, все в совокупности. И не дают играть в полную силу, соответственно, да, соперник тоже со своими целями выходит на поле. Вот, ну и не все получается. Не все получается у нас. Есть проблемы, немножко долговязо мы выходим из обороны в атаку, и это не получается быстро. Вот, в итоге это стандарты, это просто прямые передачи вперед, да, чтобы там ребята, соответственно, сбросили, подзацепились. Вот, у нас как-то пока что нету скорости переходов из обороны в атаку. Вот, ну и позиционно у нас, не знаю, не все совсем получается так, как хочется. Ну, будем прибавлять, стараться в этом. И последний вопрос по поводу вашего забитого мяча. Признайтесь честно, это был удар с намеком на то, что кто-то подправит, или сами целились в угол ворот? Забил гол Сережа Карпов. Я бил ворота, не спорю, да. Ну, соответственно, там люди, три человека в створе для этого стоят, чтобы, если мяч летит рядом с ним, там немножко подправить, и все, вратарь только глазами может отбивать этот мяч. Я бил нацеленно ворота. Я не помню, честно, мяч там шел, не шел. Ну, Сережа подправил, изменил траекторию, гол. Все, в принципе, как бы в этом вся опасность таких штрафных. Спасибо огромное, удачи. Мне кажется, он шел в ворота, удар был у него очень хороший. И здесь вот лидерские качества, я думаю, вот он в последние минуты, кстати, минут 10-15 он вел игру, и мне очень понравилось, кстати, молодец. Вес не мешает, я думаю. Спасибо огромное командам, спасибо огромное Гигаму Буниатяну, Александру Киселеву, удачи.